Исполнительная власть города федерального значения должна проявить гражданскую позицию и довести создание заказника ЛАСПИ до логического завершения. Такое мнение в интервью нашему телеканалу выразил депутат законодательного собрания Севастополя Михаил Чалый. Вопрос же с собственниками выделенных в урочище в украинское время участков нужно решать строго в соответствии с законом, уверен он. Сразу скажу, что там вообще-то земли лесного фонда. Мы запрашивали документы, но никто не смог нам предъявить документы, что эти участки были выведены из земель лесного фонда. А на землях лесного фонда ничего строить нельзя капитального. Соответственно, законных участков там будет, подавляющее или исчезающее меньшинство. Михаил Чалый напомнил, что сохранить уникальную природу урочища ЛАСПИ поручил лично президент Российской Федерации Владимир Путин и подчеркнул, что ввод в эксплуатацию спорных объектов капитального строительства в ЛАСПИ создаст опасный прецедент, что в свою очередь может вызвать серьезный общественный резонанс. С юридической точки зрения все необходимое для создания заказника уже сделано, правительству осталось лишь принять постановление. Я думаю, что исполнительная власть сейчас должна проявить и гражданскую позицию, и используя данные федеральным законодательством, и, кстати, и местным законодательством, которое, вот, что касается особо охраняемых природных территорий, оно нормально доработано, там ничего больше дорабатывать не надо, все, берите, используйте.